Бьянка! Бьянка! Эй, все в порядке? А ты как думаешь? Оглянись вокруг! Бедная Бьянка! Если с ней что-нибудь случилось... Ага! О, любимая, ты жива, слава богу! Эцио, это Бьянка. Бьянка, это Эцио. Польщен. Итак, я знаю твое имя, но не знаю, что тебе нужно. У меня есть дело к Сильвио Барбариго. Сказали, ты поможешь. А, ты окажешь мне честь. Но мы не можем идти против него вдвоем. То есть, я хотел сказать, втроем. Может, у тебя есть какие-нибудь предложения? Я пойду, подготовлю к бою людей. А ты в это время займись вызволением пленников, которых захватил Сильвио. Мы не можем поступить со совестью и бросить их. Интензи, я немедленно этим займусь. Удачи тебе, Эцио. Должны пройти осмотр у врача. Обратитесь к врачу как можно быстрее. Так, что делать с этими? Затопим клетку, пусть захлебнутся и дело с концом. Сильвио, они нужны живыми, чтобы переманить на нашу сторону. Пустая затея. Эти дурни умеют хранить верность. Теперь ты не уйдешь! Спасибо за помощь, друг. Если хочешь, мы будем сражаться на твоей стороне. Ко мне. Стоп. Так, сюда. Жди здесь. Внимание! Штрафы за распавщичество были пересмотрены! Стой здесь. Когда его дели на убой, он глядел на меня точно. Идем. Стой здесь. Ваш господин в цепях, а отряд разгромлен. Завтра вас перевешают. Идем. Да будет так. Мы готовы умереть с честью. Может быть, ни за что не попадешь. Нет, сдохни, тварь! Вон он, ложу! Не трогайте меня! Клянусь, я вообще не... Мы с тобой, друг. Скажи, куда идти? За мной. Ни шагу назад. Не отставай.
Стой! Сюда. Здесь рыцарь благородный, он ходит среди нас. Жди. Пусть угнетатель помнит о смерти каждый час. Всем уважаемым гражданам Венеции, через неделю у дворца Дондола состоится бал Маскарад. Распорядителем праздника будет сам сеньор... Бедняга. Говорят, он стал таким и... Андиамо. Дом ее отдали Сильвио. Думаешь, здесь можно строго? Может быть, нет. Прикончи этого пса! Я видел его! Он там! Может быть, я ставлю вас в жены? Может быть, нет! Думаешь, тебе все можно, Стронзо? Может быть, нет. Не трогайте, не трогайте. Следуй за мной. Минуту. Господи, спаси меня. Спасибо за спасение. Позволь нам также помочь тебе. Мертвец меня. Я упаду в обморок. Скорее отсюда. Привет, Эцио! Добро пожаловать! Кстати, моя армия снова со мной. Теперь Сильвио поймет, какую ошибку он совершил. Что будем делать? Навалимся на арсенал всем скопом? Нет, так нас перебьют у ворот. Я придумал кое-что другое. Возьми моих людей и расставь их по всему кварталу. Они поднимут шум, и это заставит Сильвио бросить против них почти всех воинов. Тогда в арсенале останется мало наемников, и я смогу проникнуть внутрь. Именно! Тебе никто не сможет помешать. И надеюсь, он клюнет. О, не беспокойся об этом. Идем. Стой здесь. Это нацелан ужасно знакомый. Смерть пришла за тобой. Проучить их зазнаться, свинь. Дьявол! Тебя уже застал! Минуту. Yeah.
Жди, пока я подам знак. Как прикажешь. Не отставай. Он там! За ним! Вот тебе урок правил хорошего... тона! Ничего не сделал! Теперь ты забыл правил хорошего тона! Он там! За ним! Сейчас я отправлю тебя... сюда. Раз от этих тиранов! Недавно мне повезло, и я нашел новых поставщиков. Теперь я могу продавать товары еще дешевле. Стоп! Это я нашел его! Стой! Это без меня! Я отправлю тебя в могилу! Одесса, баста! Вот тебе урок правил хорошего тона! Ни шагу назад. Должно быть, это братство. Это за всеми недавними убийствами. Сегуми. Стой здесь, на страже. Я не подведу. Сюда. Исцеляю всех божьих тварей. Эколо! Вон он! Черт побери! Вот он! Черт! Не забыл выбраться! За мной! А, вот и ты! Все готово? Да, все твои люди расставлены по местам. Бене, возьми это. Надеюсь, ты знаешь, как с этим обращаться. Найди самую высокую точку в квартале и выстрели оттуда. Это будет сигнал для моих людей. Отлично. Увидимся на поле боя. Это точно. Подходите, друзья! Сегодня у меня свежий... Штрафы были пересмотрены. Списки новых штрафов вывешены на всеобщее обозрение.
разрешение фейерверков. Полный текст указа вывешен в здании гильдии. Граждане республики, в связи с увеличением числа утонувших в Гранд-канале, городской совет запрещает гондольерам злоупотреблять выпивкой. Бартоломео, нужна помощь. Я должен вернуться в арсенал. Привет, Эцио! Можно мне с вами? Конечно! Экземпляр, верно? Это честь для тебя умереть от его руки. Отвали, тварь недобитая! Порт капитана! Пойдем, Эцио, проучим этого жирного ублюдка! Довольно! У нас нет времени! Возвращайся! Пора отправляться! Торопись, а то они уплывут без нас. Я не могу. Нет, не уклюжий придурок. Я его долго не видел. Постой. Что произошло? Почему здесь лодки? Я думал, ты хочешь стать дожем. Это просто уловка. Мы должны были отплыть. Куда отплыть? Не скажу. Они отправляются на Кипр. Они хотят... Не бойтесь тьмы. Раскройте ей объятия. Покойтесь с миром. Отлично, Эцио! Сильвио разбит! И квартал снова в наших руках! Быть может, теперь в Венеции воцарится мир и покой! Давайте отпразднуем нашу победу! Я рад за тебя и твоих людей, Бартоломео. Но я не могу присоединиться к вам. Боюсь, что мои планы круто изменились. О чем ты? Сильвио не собирался свергать Марко. Он лишь хотел покинуть Венецию. А все это было затеяно для отвода глаз.
Зачем? Именно это мне и нужно выяснить.